Так, начинаем мы движение в сторону Краснодарского края, к Черному морю. Выезжаем со стороны Челябинска, Долгодеревенска, заправились газом, цена 18,50 получилась со скидочкой. И выезжаем дальше, едем. Так, ну вот мы проезжаем Син, 300 километров от Челябинска. Такой красивый, прекрасный вид. Площадка сейчас будет, люди останавливаются, любуются видом. Так, ну вот наша первая заправка после отправления. Получается, проехали 480 километров от Челябинска. Газ 21,80. Расход газа показывает 10,3 литра на 100 километров. Заправляемся, едем дальше. Так, ну что, это знаменитый город Тольятти. Пробег около 910 километров, по-моему. Газ 21,90. Вот, начинается рассвет. Расход примерно упал до 10,1. Все, заправились, двигаемся дальше. Проезжаем реку Волгу. Очень красиво. Так, ну вот следующая заправка у нас газ 24,90, это объездная Саратова на трассу М4 через Богачур, если не ошибаюсь, деревня называется. Дорога полностью отремонтированная по сравнению с прошлым годом. Ехать одно удовольствие. Проезжаем через речку Дон. Такой вот мост здесь. Трасса М4 Дон в сторону Краснодара, как обычно, пробочки. Так, на подъезде к Краснодару начались платные участки дорог, сейчас оплачиваем, ну и едем дальше, в районе 300 рублей. До Краснодара осталось 285 километров, платная дорога, подсветка, отличный асфальт, ехать одно удовольствие, 300 рублей стоит. Осталось совсем немного до Краснодара. Второй участок платной дороги начинается сейчас здесь. Думаю, финальная заправка газом у нас была. Цена 27 рублей. Заправили до полного. И выезжаем, надеюсь, до Черного моря. Нам хватит этого бака. Так, ну вот третий, последний платный участок дороги. 250 рублей. И около 180 километров до Краснодара осталось. Дорога просто идеальная.